This appears to be the work of the ultra-nationalists led by the shadow of Zakhaev, one Vladimir Makarov. The Kremlin, however, sees it differently. The Prime Minister has pledged full support to aid in any way possible. Zakhaev kept Makarov in check, but no longer. Итак, здравствуйте, с вами был X325. И мы будем проходить миссию под названием Whiskey Hotel. Захватите объект Whiskey Hotel, но начнем мы отсюда. Продолжить игру. Давайте продолжим игру. Ну что же, продолжаем. Whiskey Hotel, день 5, 19-28. Рядовой Джеймс Рамирес, 1-й батальон 75-го полка рейнджер США, Вашингтон, опять ДС. Округ Колумбия, баклажаны. Все по 300. 300. А нас вроде меньше было. Сэндлер, Фоули, Гистер. Холтл, так Холт, это не ори главное, братан. Полковник Маршал. Черт, они захватили Белый дом. А, нет. Погоди, что патрон. Так. Проходим потихонечку. А Эйзенхауэр ли не был окей. О, ладно, меня это не касается. Хотя даже очень касается, так что как я летсплейщик. Ладно, тут много недочетов, но я не буду их обсуждать. Блин, ну вон они меня лупят, как мне фиг делать. Прожектор надо. Все, прожектор разбомбили мы. Фуф, я спасен. Отмочим их. Продолжаем. Так. Окей, давайте вот это возьмем. Тут вообще ничего не работает. Электричество отключилось, народ. Ну, народ! Это неинтересно. Вон, смотрите, там вообще ничего нет. Один лес. А вообще мы вон там были. В этой штуке. Не понял. Опа-на. Чё, нас взорвут? Нас хотят взорвать? Не впервые. Да, в защищённой. Какая это защищённая постройка, раз тут русских как хачков в России. Ну, это пример. Если кто-то будет недоволен, то я другой могу. Так, вы все поняли. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. А тут типа всегда это репортажи ведут, да? Ну будут полегче вести. Если вы слышите это сообщение, опа-на. Ну, конечно, ничего не ведут, так как МКС взорвалось. Так, мочим их.
Так, разрушаем мы эту всю структурку. Черт, черт, возьми тебя. Мочим мы все, мочим всегда. Продолжаем временные неполадки. Так. Нет, у меня не вылетает, если кто-то так думает. Просто там... Ну, мы хотели сделать Minecraft сервер такой, а наш дом разгрифили, так что я не знаю, что делать. А у меня там была алмазная кирка, но она была с собой, я уже ее никому не отдам никогда. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. 2 минуты до сброса. До какого еще сброса? Офигенно. Да ну, я не буду, чтоб Вашингтон убили. Куда идти-то? А, вон туда. Это конец. Мне всегда кажется, что это Коржик 5-1. Так, давайте мочим их. Минуту до сброса, всего лишь. Погнали наверх. Не бомбите город, не бомбите город. Мы тут, а. Мы на Белом доме. Нет, не сожжете Москву, отвечаю, не сожжете. Ну, мы с вами прошли офигенную игру. Почти прошли. Ну, а с вами был Black 25. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока.